Доброе утро, уважаемые подписчики! С вами Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого и рубрика «Дайджест вторник». 15 октября Русская Православная Церковь чтит память праведного воина Федора Ушакова. Выдающийся флотоводец, адмирал Федор Федорович Ушаков, подарил России Черное море. Он не проиграл ни одного сражения, не потерял ни одного корабля и старался сделать все, чтобы людские потери во время боя были минимальными. В отставке Федор Ушаков почти все свое состояние потратил на создание госпиталей для раненых и на помощь ближним, пострадавших от разорения врага. В 2004 году Ушаков был причислен к лику святых как праведный воин. В 2024 году на площади труда перед зданием Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Федору Ушакову был установлен памятник. В его открытии 28 июля, в день военно-морского флота, принимал участие президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Сегодня, 15 октября, в 13 часов, на площади труда состоится торжественная церемония освящения памятника святому праведному воину Федору Ушакову. А со среды по понедельник все желающие могут посетить выставку Центрального военно-морского музея «Адмирал Ушаков. Флотоводец, святой и праведный воин». В Центральном военно-морском музее практически завершился монтаж новой временной выставки. Выставка персональная, посвящена она юбилею художника-мариниста Игоря Николаевича Дементьева, руководителя мастерской художников-маринистов Центрального военно-морского музея. Открытие выставки состоится 17 октября в 15 часов. Приходите. С вами был Центральный военно-морской музей, рубрика «Дайджест вторник». Приходите в музей, смотрите нас, подписывайтесь на наш телеграм-канал.